Всем привет! С вами Ирина, и сегодня мы продолжаем подводить итоги 2018 года. Я уже сняла видео о своих текущих процессах и о планах на 2019 год, и, наконец, дошла очередь и до видео с готовыми работами. Я не мега быстрая вышивальщица, поэтому мой рулончик с готовыми работами не такой большой, как у некоторых вышивальщиц. Возможно, на это влияет не только моя скорость, но и то, что я вышиваю достаточно крупные работы. Если вы уже смотрели видео о моих текущих процессах, то вы знаете, что их количество тоже не способствует отшиву. А если не смотрели это видео, то обязательно посмотрите, ссылочка будет в описании. Ну и сегодня я вам покажу все то, что я успела вышить за год. Вообще, буду показывать я, наверное, не в хронологическом порядке, а вот так, как они лежат. Ну и давайте первый покажу ту работу, финиш которой был, наверное, самым ярким финишем и самым таким громким финишем, не побоюсь этого слова, в 2018 году. Это будет моя лисичка от Риолис. Я эту работу закончила в феврале, начале марта. Я помню, что я очень хотела сделать фотографию в Инстаграм на снегу и очень боялась, что снег уже растает, потому что, ну, была уже, да, был либо конец зимы, либо начало весны. У нас-то и зимой снега можно с собаками не сыскать, а тут уже был конец зимы, и я боялась, что я не успею. Но фотографию я такую сделала. Данная работа далась мне нелегко, несмотря на то, что здесь маленький размер. Я не знаю почему, но вышивала я ее очень долго. Но я ее все-таки вышила, я это сделала. И эта работа пока что лежит в рулончиках с готовыми работами. Следующая работа была закончена весной 2018 года, а начинала я ее в поезде по дороге в Москву в 2017 году на формулу рукоделия. Этот процесс был достаточно спонтанным, я знала, что я поеду на формулу, и мне хотелось взять с собой вышивку. Но какую вышивку взять, я не знала, потому что у меня были все мои процессы большими. И я решила, что я начну вышивать Mini Gold от Dimensions. Это маяк на рассвете. Этот маяк я тоже достаточно долго вышивала, несоразмерно долго с его размерами. Данный маячок, он, несмотря на свой размер, он не такой уж и простой. Здесь есть как полукрестики, так и крестики в несколько сложений нитей и большое количество фрузелков, вот здесь вот, где цветочки. На этот маяк было загадано желание, я не забыла это сделать, но пока что оно не сбылось. Пока что данный маячок просто дарит мне прекрасные воспоминания о моей поездке на формулу рукоделия. Следующая работа, это был один из последних финишей в 2018 году, это морская регата от акварельной серии MP Studio. Я ее купила на этой уже формуле рукоделия, то есть на осенней формуле 2018 года. Данную работу я вышила за месяц. Опять-таки, я вышивала не только ее, а так, я думаю, она может вышиться даже где-то за несколько недель. Там, за две, может быть. Все зависит от вашей скорости. Все потому, что вышивается она в основном полукрестом, что небо, что вода. А крестиком вышивается только сама регата. Небо вышивается вообще, буквально там я его за день, наверное, осилила, потому что здесь достаточно большими участками оно вышивается. Но с водой я немножко помучилась. И я уже говорила неоднократно в своих видео, я не люблю вышивать полукрестом, тем более не люблю вышивать полукрестом большие участки. И если быть более конкретной, то я не люблю вышивать полукрестом небо. Это для меня очень тяжело. Работа получилась очень красивая, и я пока еще не решила, что я хочу с ней сделать. Есть у меня некоторые задумки, но пока я думаю. Ну, если мы с вами поговорили об одном из последних финишей 2018 года, предлагаю вернуться к одному из первых финишей 2018 года, а точнее из первых финишей. Это мой мечтатель от компании Риолис. Вышивала я его в СП у Наташи Гевки. «Верные друзья», вроде бы так она называлась. Это было мое внезапное вступление, внезапный незапланированный старт и незапланированный финиш, конечно же. Я вообще, в принципе, в Наташе на СП так всегда и вступаю, незапланированно. Данного котика я выиграла на осенней формуле рукоделия в 2018 году в Риолис Квест. И он у меня, в принципе, достаточно быстро отшился. Проблемы были только с отшивом черного цвета. То бишь самого котика. Котик вышивается шерстью,
я шерстью вышивать не очень люблю, а черной шерстью я вышивать не люблю вдвойне. Поэтому отшив замедлялся. Я очень довольна, что теперь этот котик у меня есть в подшитом виде. Итак, мы плавненько подошли еще к двум финишам. Почему я говорю к двум? Потому что для меня они связаны. Я также участвовала в СП у Наташи Гевки «Горошковое настроение». И участвовала я у Наташи в СП с сюжетом от Светланы Сычкарь, которая называлась «Зайка-гномик». Я эту работу осилила, не помню, за какой-то промежуток времени, за месяц, вроде СП длилось месяц, и мне настолько понравились эти зайки, что я решила организовать свое СП, которое называлось «Зайки-гномики». И в данном СП я вышила еще одну работу. Это «Зайка Ирина». Схема Светланы Сичкарь достаточно простые. Зайка Ирина отшивалась у меня вообще достаточно легко, потому что здесь не было такого бэкстича, как, например, был в «Зайке-гномике». В «Зайке-гномике» бэкстич на шапочке просто, я не знаю, зубодробительный, потому что мне было тяжело его вышивать. Я, наверное, у меня ушло дня два на его отшив, и именно вот эта шапочка, я уже просто под конец работы не могла видеть этот бэкстич. С «Зайкой Ириной» все было гораздо проще. У нее также достаточно большое количество бэкстича на шапочке, но он не такой сложный, и я достаточно легко с ним справилась. У меня ушел где-то день, ну, как сказать, день, не то, что от заката до рассвета, а один вышивальный день на то, чтобы закончить бэк на этой зайке. И мы плавно подошли к серии, которую я вышивала на протяжении всего года и которую я закончила вышивать в 2018 году. Это серия венков от фирмы Риолис. Я вышила все 4 венка, и давайте я вкратце о каждом расскажу. Вообще, во всей этой серии венков я заменяла основу с Аиды 14 Цвайгер на Линду 27 каунта. В принципе, каунт я старалась сохранить. Первый венок, который я начала вышивать, так как это было дело зимой, то это был венок с голубой елью. Данную работу я вышила именно за 3 месяца, за декабрь 2017 года и за январь-февраль 2018 года. То есть это единственный венок, с отшивом которого я уложилась в целый сезон. Работа вышивалась очень легко, потому что здесь были большие участки, которые отшивались одним и тем же цветом. Один, на мой взгляд, из самых простых венков из всей серии. Следующий венок – это венок с черемухой. Я с этим венком ездила в Санкт-Петербург, поэтому этот венок – хранитель хороших, светлых воспоминаний. Мы с Наташей Гевки в мае месяце отправились в маленькое путешествие. Именно этот процесс стал первым, который я вообще, в принципе, вышивала в общественном месте. Да, я вышивала в кафе и вышивала вот данный сюжет. Данный сюжет я не успела отшить за сезон и вышивала, заканчивала вроде бы даже в июне месяце, поэтому у меня произошел уже сдвиг, именно вот из-за этого веночка. Но венок очень свежий, очень красивый и очень весенний. Следующий венок, мне вот кажется, что я его вышивала буквально вчера, но нет. Между этим венком и сегодняшним днем есть еще один, о котором я расскажу чуть позже. А сейчас пару слов скажу о венке с Иван-чаем. Это летний венок и, на мой взгляд, один из самых сложных, потому что здесь была большая мешанина цветов. Мешанина цветов была именно в самих соцветиях Иван-чая. Кстати, я здесь немножко внесла маленькое изменение. В сам набор входит лента, и эту ленту я не пришивала. Я решила, что у меня будет венок без ленты, тем более на всех остальных венках пришивных элементов нет. И последний венок, который я закончила в 2018 году, в самом-самом конце, это венок с пшеницей. Данный венок мне тоже очень нравится, и он вышивался достаточно легко. Самым сложным было вышивать эти цветочки, потому что там тоже такая
приличная мешанина цветов. Больше всего мне понравилось вышивать вот эти вот листики. Эти листики вышиваются очень легко. Как всегда, я застопорилась именно вот на самом густом, а вот эти вот веточки я отшила достаточно быстро, потому что, в принципе, во всех этих венках эти ветки отшиваются очень-очень просто. Данный сюжет вышивается крестом в 2 и в 3 сложения нити. Есть бленды, я считала их вроде бы даже 12 штук, но они оправданы. Как же я планирую оформить данные работы? Я хочу сделать из них подушки, но пока что я не вижу самого дизайна, то есть я не знаю, какими будут мои подушки. В голове пока еще не родилась идея. Как только она родится, я сразу же постараюсь воплотить ее в жизнь. Плюс у меня есть еще одна идея, а точнее я кое-чему хочу научиться. Не буду пока вам об этом говорить. Если у меня это получится, то я обязательно скажу. А так я то пообещаю, а может быть у меня ничего не получится, ничего не выйдет. Ну вот, на этом мои готовые работы закончились. Их у меня получается всего 10 штук. В принципе, как и в прошлом году. В прошлом году было вроде бы 9. Я говорю, я не могу похвастаться большими результатами. Я такая вышивальщица медленная, не плодовитая на готовые работы. Но посмотрим, что нам год грядущий готовит. Может быть, я перейду порог в 10 работ. Может быть, я все-таки смогу вышить больше работ, например, одна работа в месяц было бы очень чудесно. Я, кстати, в прошлом году так и шла, но вот под конец я сбилась, и в итоге работ всего 10, а не 12. Очень хотелось бы, чтобы в следующем году их было как минимум 12. Пока я монтировала видео, я вспомнила еще об одном сюжете, которого сейчас у меня нет на руках, и вышивался он не крестиком. Это моя хрюшка, которую я вышивала для компании Риолис. Данная хрюшка висела на стенде Риолис на осенней формуле рукоделия. В начале августа уже прошлого года мне девочки предложили поучаствовать в отшиве этих хрюшек. Предложили не только мне, предложили и многим другим девочкам. И я согласилась. И все, что мне пришло, это просто ткань с нанесенным рисунком. Дальше надо было фантазировать. Я сначала очень испугалась, потому что, во-первых, у меня не сразу родилась идея, какой же будет моя хрюшка. А когда идея уже родилась, я поняла, что я практически ничего не умею. Я не умела вышивать ни Лэйзи Дейзи, ни тамбурным швом, ни делать розочки. И мне пришлось всему учиться. Вы не представляете, сколько раз я распарывала эту хрюшку. Сколько ниток у меня ушло на то, чтобы ее вышить. Но в итоге хрюшка получилась такой, как она получилась. Мне эта хрюшка очень нравится, потому что я считаю, что для первого раза у меня очень даже неплохо получилось. Я очень рада, что я согласилась принять участие в этом мероприятии. Я считаю, что этот опыт не прошел зря. Я научилась нескольким техникам вышивки и думаю, эти техники мне пригодятся в будущем. И в итоге у меня не 10 готовых работ, а 11 готовых работ. Я все-таки порог в 10 работ перешла. Ну а на этом все, мои хорошие. Я вас поздравляю уже с наступившим Новым годом. Желаю вам легких крестиков. Всех люблю. Всем пока-пока.